Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про підкорення найвищих гірських систем світу. З нами альпініст Дмитро Семеренко. Дмитро Семеренко – спортсмен, альпініст. Освіта – Міжрегіональна академія управління персоналом. За фахом – економіст. Майстер спорту України з пейнтболу. Працював директором державного підприємства «Дніпропетровський ливарно-механічний завод». Одружений, виховує двох дітей. Хобі – малювання. Дмитро, радий вітати в нашій студії. Перше питання чисто технічне. Ми на ти чи на ви? Добрий день, мені удобніше було б спілкуватися на ти. Добре, на ти будемо. Дмитро, дивись, ну, власне, ми поговоримо ще про підкорення найвищих гірських систем світу, але що для тебе є альпінізм? Це просто захоплення, це один із сенсів життя. Що це? Когда я первый раз пошел в горы, я думал, что это просто вот хобби, одно из экстремальных увлечений, которых у меня, в принципе, там достаточно, и я попробую, и вот и все, на этом как бы время от времени буду делать. Но горы – это что-то гораздо большее, это по-настоящему, это настолько увлекает, это становится твоим внутренним позывом, твоим желанием, и я даже не могу сказать, что это хобби, это какое-то внутреннее мое составляющее. Ну, дивись, ти сказав, коли я перший раз пішов, коли перший раз підкорив гірську вершину. Що це було? Коли це було? Це був 2016 рік, попытка зайти на Ельбрус. Ми не взошли на неї. Тобто, це як в житті. Це Кавказ, так? Да? Так. Це як в житті. Ти щось робиш, тобі не виходить. Ти можеш бросити це і більше цього не робити, або ж продовжувати как бы, з більшим упорством. Мы не поднялись на Эльбрус из-за очень плохой погоды, и через год мы поднялись на гору Пик Ленина, это там 7134. Так, это где-то поряд, кажется. Ну, это, ну, относно. Да, это тяжелая гора, она очень рабочая, и она как бы показала мне все свои капризы, и какой она может быть. Ну, а дивись, от все-таки, що тебе надихнуло, чи хто тебе надихнув? От сидиш ти, грубо кажучи, вдома чи на роботі, і вирішив «да» або «да». Я помню этот момент. Есть такой человек, Бершов Сергей, он живет в Харькове, это альпинист. Он, кстати, первый альпинист в Советском Союзе, который взошел на Эверест. Очень легендарная личность. Я был во Львове, была пресс-конференция и бизнес-конференция. И в том числе был он на ней. Я недолго не мог понять, какая связь гор, то есть Бершов альпинист и бизнеса. Потом я гораздо позже это уже понял, но он так рассказывал об Эвересте, о том, что происходило, как это было, насколько это по-настоящему, что я вот прям там захотел пойти именно с ним. Я подошел и говорю, когда вы идете в горы, тогда, когда я могу с вами. Говорит, это будет Эльбрус, то есть 5600. Ну, когда не вдалося, да? Да, типа вот, можешь пойти со мной. Я говорю, окей, я готов. Вот, вот с этого все началось. А чи затратне це взагалі захоплення чи один із сенсів життя? Скільки, ну, наскільки я маю на увазі не в цифрах, да, взагалі, наскільки багато коштів доводиться витрачати на це? Много. И времени, и денег, и эмоционально, и более того, сейчас я готовлюсь на гору, мне там еще и прописали определенное питание, при том, что я всегда все ел. И днем, и ночью, и много сладкого. У меня нет вредных привычек по алкоголю, там, сигаретам, наркотикам. Но я люблю сладкое. И мне сейчас приходится от этого отказываться, потому что я там сдаю анализы, тесты и требуют определенных результатов для подготовки той горы, на которую мы планируем. Она очень серьезная. Поэтому это требует вообще вовлечения себя полностью в это все. То есть, мы же космонавт. Наверное, да. А що, до речі, ти сказав, що не можна солодкого, а що можна? Тим більше зараз іде великий пост у православних, у католиків. Я його ніколи не соблюдав. Ну, при этом, мені зараз не можна солодкого, мені не можна чай, кофе, я можу пити тільки трав'яний чай. Есть каждые 2 часа 50 минут. Это должен быть отдельно салат с определенным маслом, там курица, творог. То есть все это расписано, и ты это делаешь месяц, и раз в месяц ты сдаешь опять анализы, смотрят на улучшение или ухудшение, корректируют, и вот так это будет на протяжении 3 месяцев.
Ну, от я знаю із преси, і до цього ми, в принципі, спілкувалися там з людьми, з певними, що у січні ти твердо вирішив, або, можливо, навіть раніше, піднятися на найвищу точку Південної Америки. Це гора Аконкагуа. Да. Вдалося? Да, да. Причем мне было интересно, можно ли подняться на эту гору без подготовки, потому что, опять же, повторюсь, мы готовимся к серьезному мероприятию, и для этого нужно было провести все операции, которые связаны с тобой, если есть какие-то там сложности. У меня это были проблемы с носом. Он у меня поломан несколько раз там в юности, поэтому нужно было сделать операцию. Бархлева была юность, да? Да, да. Вот. И нужно было сделать операцию. Сделали операцию на носу, поэтому я не мог тренироваться там 2,5 месяца. И без тренировки я пошел на Аконкагуа. Це тяжело, це могу. Да, до речі, повертаючись, було у пресі написано, що ти вирішив піти в січні. Це правда чи це неправда, чи ти раніше все-таки вирішив? Ну, немножко раніше. Угу. Немножко раніше, але в принципі, да, все сходиться там. Плюс-мінус ці дні, тому що я довго сумнівався із-за операції. Мені говорили, що не стоїть цього робити. І з-за цього немножко откладывал решение. Да, ну и как это відбувалося, я знаю, ты зустрічався с мэром Кам'янського, колишнього Дніпродзержинська, стосовно свого підняття на цей пік. Що він казав? Чому зустрічався? Да. Мэр Дніпродзержинська у нас активный, он спортивный, он продвигает город в плане спорта. Я как бы очень благодарен ему, он участвует и финансовыми мероприятиями, то есть в этом плане он всегда активен. Мы поговорили о том, что я вот хочу зайти на эту гору. Он участвовал в финансовом вопросе, помогал нам, чтобы мы восходили туда. И мы подняли флаг Дніпродзержинська, флаг Дніпра и спели гимн Украины на вершине. Угу. Ну от все-таки ми вже почнемо говорити про те, як ти вже піднявся. А як це відбувалось, саме процес, скажімо, ти приїжджаєш до Південної Америки, от як? Як? Окей, если это для обывателя, который никогда ничего подобного не делал, чтобы сложилась какая-то картина. Я думаю, большинство глядачей, в том числе и я, да, я как это происходит, да? Да, я как бы не поднимался. Ты прилетаешь там в Аргентину, да, потом ты прилетаешь в Буэнос-Айрес, в смысле в город, потом прилетаешь в Мендозу, более маленький по месту локально. Ты селишься в гостинице, проверяешь свою экипировку с гидами, все ли соответствует тому, что нужно. И вы садитесь в микроавтобус и едете в сторону гор. Там вы ночуете в горах, в гостинице последняя, которая там с душем совсем. Потом она заезжает, машина, к парку. Ты грузишь рюкзаки свои, которые ты берешь с собой. Ну, это не больше 10 килограмм. И начинаешь свое восхождение. Основные вещи, баулы, их несут животные. Там, яки или ослики, то есть где как кто. И вот. Ну, насколько я знаю, Південні Америці лами є такі, да, або це трохи північніше. Можливо, нет, это смесь осла и лошади. Вот это вот используют они чаще всего у себя. И поэтому вот на этих вот животных они заносят твои вещи. Ты ночуешь там на высоте первой, там 3000, потом поднимаешься 3500. Потом... А підіймаєшся, це як? Це отак, ти взяв, за 2 години піднявся, чи? А це, якщо як ти готов йти, якщо ти можеш біжати, ти можеш і за 2 часа піднятися. Ну, взагалі, як би маршрути в середньому від 8 часов путь, він так займає. Ну, там, длинний маршрут, він займає, тобто, набор висоти, ми ж говоримо по вертикалі, і це може бути там всього лише 500 метрів, але путь к нему дуже длинний по горизонталі. Там він може бути 32 кілометри з базового лагеря там, до момента, где тебя забирает автомобиль, 32 километра. И это как бы рельеф довольно сложный. Камни, водопады, вверх, вниз ты движешься. То есть в таком ключе. Узкая тропинка, по ней ты идешь. Она занимает порядка 8 часов и больше. Вот так плавно ты набираешь высоту. Набрал высоту, переночевал, набрал еще, вернулся. То есть это всегда идет вот ступеньками вверх-вниз. Когда ты набрал высоту 4000, поднялся, ты спустился ниже, переночевал, твой организм начинает потихоньку акклиматизироваться. Без акклиматизации, ну то есть у успеха на восхождение практически нет. Хорошая акклиматизация – это основа того, чтобы все случилось хорошо, чтобы все было правильно. У нас была очень большая группа, общая большая группа. То есть, ну, до речі, я хотів спитати, да, ти говориш, там піднявся на одну там проміжну вершину, потім спустився, потім ще інше. В основному альпіністи ходять же групами. Як ви синхронізуєтесь? Да, это хороший вопрос, потому что мы по-разному ходим. Например, ты можешь идти быстрее, чем я. Поэтому ты должен идти в группе, которая быстрее ходит. Я иду в группе, которая медленнее, чтобы мы друг друга не задерживали. Есть такое выражение – свой темп. Он очень важен. Если я хожу быстро, и меня заставляет идти медленно, я могу устать больше,
чем от того, чтобы я пошел быстро. Поэтому важно в группе понять, кто в каком темпе ходит, создать подгруппы, и эти подгруппы двигаются в своем ключе. Тогда можно поделить по-другому. Например, ты идешь быстро, поэтому ты выйдешь в 2 часа дня. Так как я медленный, я выхожу в 12 часов дня. И за 2 часа вот эти разницы ты меня догонишь. И мы приходим из точки А в точку Б. Вот в таком ключе примерно происходит движение по группам. Так, еще у вас была за группа, власне, під час цього сходження? У меня была группа моя, 5 человек, за которых я как бы нес ответственность. Это там мои близкие, в принципе, приятели. Мы все делали там правильно, готовились. Я контролировал, как они готовятся. Хоть я сам не готовился к вершине, но я контролировал, как тренируются они. И есть общая группа, где вот все мы вместе, это 21 человек. То есть, по сути, вот у нас как бы большая группа. Но она поделена на 3 группы. То есть вот у меня группа, там у Николая гида еще одна, и у Марины с Сашей тоже. Вот, по сути, 3 группы. Но мы объединились в одну большую, потому что от одной компании вышли наверх. А какие складности были? Чи были какие-то, может, трагичные навіть випадки під час сходження? Гора Аконкагуа – это самый легкий семитысячник. Почти семитысячник. Он почти 7000 метров. И считается, что он самый легкий по тем причинам, что там нет трещин. Там нет снега, там нет льда, там нет связок. То есть ты не связан, мы не связаны друг с другом, когда идем. Нет системы, то есть оборудования, которое на тебя цепляется. Кошек тоже практически нет, ты их не используешь. То есть нет ледолазания, нет ничего связанного. Это просто трекинг, просто ты идешь пешком. Это вот такой вот простой семитысячник, почти, кажется. Но при всем при этом... Гора, она может пустить и не отпустить, и у нее свои планы на все это, то, что бы ни происходило. И с нами в нашей группе, в общей группе, была девочка с России Неля. И случилась трагедия с ней. То есть случилось то, что, наверное, случай один на миллион так мог произойти. Когда она спускалась с вершины, она уже была на вершине, на высоте 6300 метров, камень вытаял из снега, разогнался сверху с горы, и проблема в том, что его увидеть было невозможно. Ты идешь вниз, ты смотришь на куда тебе ставить ногу, как тебе идти, что тебя вокруг окружает. При этом, если ты не в наушниках, потому что часто люди ходят в наушниках, она была не в наушниках, дует сильный ветер, тоже ты ничего не слышишь. Шумят камни перед тобой, за тобой, и как бы все это в постоянном шуме. И вот этот камень разогнался с такой скоростью, даже если бы ты увидел, он летит ровно, он летит хаотично, он отталкивается от одного камня, бьется об другой, то есть это лотерея. И он попадает ей в ногу. Такой силы удар, который там отрывает ей ногу. Вся группа бросилась ей помогать, там вызвали рейнджера, достали чехол, положили в чехол ее, и нужно было спустить на высоту 6000 метров. Высота 6000 метров – то место, куда может прилететь вертолет. Она была на 6500 приблизительно. Спускали ее четко по камням, ровно вниз, вот, максимально кратчайшему пути. Ее спускали 37 минут. Через 33 минуты она погибла от потери крови. То есть никто даже предположить не мог, что так может случиться. Но вот это к тому, что мне говорили, это самая простая гора, это вообще ни о чем не думаю, просто забежал. Вот нельзя относиться так к горам, она не может быть простой. У каждой горы есть свои планы, свои действия, свое видение. Я так понимаю, это была у вас интернациональная группа, судячи, из-за того, что она была с России. Так, какие страны были присутны? В моей группе, лично в моей команде, была девочка из Америки, но на Западной Украине, уже живет в Нью-Йорке давно. Все остальные, в принципе, это ребята Днепр, Запорожье, Харьков. А в общей группе были ребята с России, ну, с разных городов России, еще и Украины. Угу. Давайте повернемось до того моменту, коли ви піднялися. От встановлення прапорів. Як це відбувалось? Чому так вирішили? Звідки, до речі, прапор Кам'янського, колишнього Дніпродзержинського, везли з самого міста чи як? Так, звісно. Мер його вручив, мені сказав, що от іменно його, і от там давай на вершині этот... подними и пускай вот на самом верху, сделай мне фотографию, сделай видео, чтобы увидели, что этот флаг был на вершине на самой высокой точке Южной Америки. Вообще много флагов, если быть честным, ты берешь с собой на вершину флаг предприятия, флаг города, флаг Украины, флаг области Днепропетровской. Все это на ослоків? Нет, это на себе. Флаги, они не тяжелые, ты ложишь их в рюкзак. Но у меня было 9 флагов, то есть 9 флагов, которым мы делали фотографии, делали там видеосъемку. Ну, ти трохи згадав, а яка взагалі екіпіровка у альпініста?
Що має бути необхідний мінімум, скажімо так? Екіпіровка – це залог твоєї безпеки, залог того, що у тебе будуть цілі руки, пальці, вони не відморозяться, ти не травмуєш їх і не буде якогось обмороження, або наоборот перегріву, тому що перегреться в горах і вспотіти – це теж плохо. Тому що ти вспотів, ти устав, потім холодний вітер, він тебе продув, ти можеш заболіти, і це дуже швидко відбувається. А на вершині, на висоті, організм не відновлюється швидко, він наоборот, він болеє, і болеє, і прогресує. Тобі, щоб виздоровити, потрібно збросити висоту, спуститися низько, там, хоча б на 3 тисячі. У нас був парень, який приболів, і він все время йшов на антибіотиках, от взагалі все время. От кожен день. В кінці походу він сказав, я можу бути врачом. По антибіотикам точно. Я знаю, що, чого, як приймати, з чим не можна, тобто як краще, які наслідки. Тобто, ну, це тільки так. Це дуже важко, якщо ти заболієш. Тому екіпіровка, я вважаю, це важніший фактор. І під кожну погоду, під кожну гору ми вибираємо определену екіпіровку. Тобто на 7 тисяч – це одна екіпіровка, на 5 тисяч – зовсім друга, або там, на 8 тисяч – це буде третя екіпіровка. Тобто це дуже різна екіпіровка, вона зовсім комбінується, і ти постійно переодіваєшся. Тобто альпінізм – це іскусство переодіватися. Ти можеш бути в футболці, потім ти одягаєш термобільйо, фліску, штурмовку, пуховку. Це якби повний бойовий комплект. Стало тепло, знімаєш одне, одягаєш інше, і це все кладеш в рюкзак. Тобто це постійний процес. Нужно не лінитися. І от ти йдеш, там, допустим, 4 часа, ти остановився, навіть на 10 хвилин відпочити. Тобі потрібно достати теплу річ і одягти її на себе, щоб не заболіти. До речі, не можна не задати таке питання. У цей же час на цю ж гору підіймалася дружина міського голови Дніпра Марина Філатова, дружина Бориса Філатова. Чи зустрічались ви з нею? Да, ми зустрічались з Мариною в базовому лагері. Причому я спускався вниз к вертольотній площадці, прогулювався і слышу голос знакомий, от такий от прям знакомий голос. Я поворачую голову, вона розмовляє по телефону якраз з Борисом, я підійшов, ми спілкувалися з нею. Марина сильная женщина, и я как бы восторгаюсь тем, что она делает, потому что немногие люди там, в 40 лет начинают заниматься спортом, бегать марафоны, в 46 лет подниматься в горы на самые высокие точки Южной Америки. Многие люди у меня спрашивали, что вот она не поднялась, наверное, она там не была, эта фотография не с вершины, вот скажи, ты был на вершине, это оно или это не другое. Многие не верят, не знаю почему. Почему у людей не вкладывается в голове, что человек, который может иметь гламурную, богатую, дорогую, интересную, яркую жизнь со всеми этими вытекающими подробностями, наоборот, уходит в горы, уходит в некомфорт, поверьте мне, это некомфортно спать в палатке втроем, ходить в туалет на ветру, это очень вообще некомфортно, когда на улице холодно, когда у тебя там горная болезнь, ну, все это тяжело, условно тяжело. А что, и альпинисты с так званой горной болезнью? Горная болезнь, она все равно присутствует, она как бы, если ты неправильно акклиматизируешься, она начинает тебя прогрессировать, то есть потом отпускает. Вопрос в том, чтобы ты плавно, правильно акклиматизировался. Есть, конечно, люди, у которых она практически там, она отсутствует. Там, как Ирина Галая, мы вместе шли на Эверест, у нее нет признаков горной болезни. Она хорошо себя чувствует на высоте, она хорошо переносит высоту. Но это скорее исключение из правил. То есть это уникумы, чем большинство людей все равно присутствуют симптомы. Все равно присутствуют. А симптомы это такие, у тебя очень сильно болит голова. Тебя тошнит, у тебя может быть диарея, у тебя может быть слабость. И вот в этом состоянии постоянно ты находишься. Если ты хочешь отдохнуть, это прогрессирует. Голова болит еще больше. Там тошнота со всем остальным. Сколько часов вы тратили на то, чтобы подняться, на то, чтобы спуститься? Мы все сделали довольно быстро. Причем у нас было прекрасное погодное окно. Вообще практически не было. Снега не было. Был слабый, относительно слабый ветер. 8 дней. У нас, в принципе, вышло на само восхождение и спуск. Но мы сделали очень быстро. Это в таком спартанском режиме. То есть ребята 27 часов были на ногах с момента штурма. С третьего лагеря они поднялись на вершину, спустились в базовый лагерь. Это заняло 27 часов на ногах. Поспали 5 часов, собрали вещи и пошли пешком 32 километра вниз к автомобилю. Ну, то есть это был такой выход. Мы не отдыхали ни в третьем лагере, не спали долго, не брали день отдыха в базовом лагере. У нас все было по-спартански.
От ти вже згадав, що ти підкорював Еверест, це найвища точка світу, майже, якщо я не помиляюсь, майже 9 тисяч метрів. Так. Які були емоції і чи правий Google, що ти перший житель міста Кам'янського, виходець міста Кам'янського, який побував на цій вершині? Это, в принципе, так, но есть Бабок Виктор, он тоже из Днепродзержинска, и он альпинист, он был на Эвересте 3 раза. И проблема в том, или не проблема, а как-то он живет в Москве и уехал еще в Советском Союзе, когда был Советский Союз, жить в Москву. Но он из Днепродзержинска, но живет в Москве. И когда он восходил на Эверест, он уже был в составе Российской Федерации. Вот такая есть помарка тому, что вот кто является первым. Но в Днепропетровской области, да, не только в Каменском, Днепропетровской. На территории Украины. В Днепропетровской области именно я считаюсь первым, кто поднимался на вершину, потому что он был в составе Российской Федерации. Какие были эмоции у тебя? Ну, их тяжело передать, потому что это как бы то, к чему ты готовился длительное время, то, что ты делал, то, к чему ты шел. Психологично, физично, в першу чергу, до речі, я не питав, але цікаво, альпініст готується в першу чергу психологічно чи фізично до підняття на ту чи іншу вершину? Да, это хороший вопрос, потому что есть такое выражение, альпинистам психологи не нужны. Ну, то есть они так настраиваются себя психологически на эту победу, на эту вершину, что уже это может быть там непоколебимо. И это очень важно настроиться на победу. Это безумно важно. У нас в базовом лагере в Эвересте были ребята, которые были физически сильные, они были максимально экипированы, были классные спонсоры, ну, то есть просто команда, обреченная на успех. Но в глазах у них было сомнение, они вообще не понимали, почему они, что они, может, у них не получится, может, что-то еще. Они придумывали себе болезнь, придумывали, заболевали ею на следующий день и эвакуировали их там уже в Катманду. То есть они даже не пытались зайти. Це столиця Непалу. Да. Да, і у зв'язку з цим, як складається відносини з місцевими жителями, так званими горцями? Ну, скажімо, якщо Аргентина, там, можливо, простіше, іспанська мова. В Непалі, я, чесно кажучи, не знаю, яка там мова, там стільки мов цих. Як комунікуєте? Англійський язик. Английском. Да, но, как говорит мой приятель, язык денег вообще знают все. Поэтому, если что-то хочешь, просто показывай деньги, и тебя начнут понимать. Вот. Английский язык в Непале, он на самом деле гораздо лучше общаться, чем в Аргентине. В Аргентине в основном все на испанском говорят, и поэтому я испанского совсем не знаю. Если английский немного, то испанский ноль, и мне тяжело было. Мне крайне тяжело было, потому что потом мы поехали там, в фавелы, и были у нас ситуации с стрёмными подростками по 13-16 лет, у которых автоматы в руках, и они ничего не понимают, что ты им хочешь сказать. Але оце розуміють, да? Да, да, именно так и было. Да, ну, але все-таки з мирними жителями я маю на увазі у процесі підняття на гору. Я ж думаю, що там живуть і на 2000 метрах, і на 3000 метрів. Можливо, якісь такі спогади конкретні є, можливо, один-два спогади. Именно из Непала? Можливо, з Непалу, можливо, останнє підняття. На Кіліманджаро ти також сходив. Ой, Кіліманджаро – це совершенно другая гора. Там, ну, зрозуміло, це Африка. Там, я считаю, она очень легкая, она такая веселая. И вот ребята, которые там живут, афроамериканцы, они веселые, они всегда тебя поддерживают, они тебе физически и морально. Там афроафриканцы, я думаю. Афроафриканцы, да. Афроафриканцы, да. В общем, они другие, они веселые, они на позитиве, там как бы все проходит изи-изи. Их любимое выражение поле-поле. Это значит медленно-медленно. Ты должен идти медленно-медленно. Вот поэтому в горах, когда ты идешь медленно, вот как бы тебе проходит плавнее акклиматизация. В Непале меня очень впечатлили дети, потому что они холодно, они бегают там в тапочках, или же он может быть вообще в одном носке, и как-то это все кажется, что это нищета, что это там вот что-то ужасное, а они так живут, и нормально, они привыкли к этому, и все окей. Они, тобто, не знают иншого життя. Они не знают, да, и у них и все окей, ну, то есть они счастливы, они бегают, довольны, и все, это абсолютно нормально. А в Аргентине местные это все-таки гиды и портеры, которые носят груз наверх. Кстати, нужно сказать, что на Аконкагуа самые дорогие портеры в мире, потому что они заработали 7 тысяч долларов с нашей группы. На сколько человек у вас было? 20 человек. Но 20. Далеко не все отдавали свой груз. Примерно половина, то есть 10 человек отдало свой груз для переноски. И вот за это время они заработали 7 тысяч долларов. Это очень, очень дорого. Но при этом портер, который нес 55 килограмм, один лично заносил 55 килограмм рюкзак, а его вес 63.
То есть практически себя он несет. Uh-huh. То есть такие вот портеры. Тяжело сказать, что это местное население, как-то оно отличается. Я же говорю, меня гораздо больше впечатлило то местное население, которое внизу, которое в фавелах, которое вот там население. А те ребята, они довольно спортивные, они довольно горные, они адаптированные. То есть там есть рестораны, ну как рестораны, условно рестораны. Кафе, где ты можешь заказать ужин, тебе приготовят мясо, стейк и все остальное. Да, от Кіліманджаро. Можна пару слів про це? Як це було? Як піднімався, спускався? Скільки часу витерти? Кіліманджаро вообще гора такая easy-easy, потому что она, в принципе, это вулкан там бывший, да, и ты идешь по такой мелкой дисперсной пыли, которая тебя, по сути, начинает раздражать, потому что она везде попадает, ты там хоть купаешься, но ты через полчаса восхождения опять в этой пыли. И она не отличалась каким-то там вот, с какой-то сложностью. Все это вообще, ты живешь в домиках, спишь на кроватях, кушаешь со стеклянной посудой, железными вилками. То есть все очень комфортно. Кіліманджаро гора несложная. И тогда, когда мы были, был снег на ней. То есть это редкость. Такая редкость, что там много снега, он дует, прям холодно, прям такие ощущения, что на редкость, что это такая погода поменялась. Но гора несложная. И если кто-то хочет начинать там с чего-то, то, наверное, я бы посоветовал все-таки Эльбрус, потому что мое предпочтение – это снежные горы. Я очень люблю снежные горы. Кіліманджаро нет снега. Но там есть, там, например, эти цукаты, это которые, цикаты, да, вот деревья, которые растут только там, и больше нигде они не растут, вот только в этом месте. После Кіліманджаро можно же, конечно же, отправиться на сафари, где ты увидишь животных, которые вот в дикой природе, ты больше это нигде ни с кем никогда не сравнишь. То есть то, что происходит там. Это очень интересно увидеть слонов, там, носорогов, в дикой, львов, тигров, в дикой природе. То есть с машины. Вот это нечто. Поэтому, конечно, предпочтение, если еще увидеть сафари, то лучше там. Дмитре, мабуть, останнє питання, що для альпініста означає підкорення великої сімки, так званої. Тобто найвищих, найвищих гір. Є дві програми, наверное, даже три. Это самые высокие вулканы, их 7 тоже, 7 континентов, на каждом континенте высокий вулкан. Кстати, после Аконкагуа мы планировали полететь на водопад и отдохнуть, но ребята предложили зайти на вулкан Охос, это самый высокий вулкан в мире. Мы перелетели на следующий день в Чили, и через 2 дня мы уже поднимались на этот вулкан. Мы тоже туда поднялись. Он на 60 метров ниже всего лишь Аконкагуа. То есть это практически та высота. Что удивительно про Аконкагуа, про Охос. На 6 тысяч метров тебя завозит машина. То есть на высоту Кіліманджаро тебя завозит машина, джип. И оттуда ты начинаешь идти пешком. Вот. Есть вот 7 вулканов, есть 7 вершин, 7 континентов, 7 вершин. Это вторая программа. Но самая престижная программа, вот самая, которая считается у альпинистов сложной, это 14 восьмитысячников. То есть есть 14 гор, которые больше 8 тысяч метров. И вот попасть на них – это самая большая сложная программа. И мы, кстати, привозим… Я в базовом лагере Аконкагуа встретился с Нимсом Пуджи. Это легендарный человек. Он пока еще живой, мы так шутим, потому что он, то, что он творит, это не делает никто. Рекорд, который он поставил, до него человек делал 8 лет. То есть 8 лет понадобилось человеку, чтобы подняться на все 14 восьмитысячников. Нимс это сделал за полгода. За 6 месяцев и за 6 дней. Вот за столько времени он... 10-кратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса. То есть это уникальный человек. Вот вообще просто пока близко к нему, к его рекордам никого нет. Вот это уникальный человек, это современный по-другому альпинизм, по-другому формирует. Я с ним познакомился там, мы пообщались, и мы решили, что мы вместе с ним, под его командованием, я пойду на гору К2. К2 – это вторая по высоте гора в мире после Эвереста. Она на 200 метров ниже всего лишь Эвереста. Но это самая опасная гора из 8-тысячников. Там погибает каждый 4-й человек. Статистика 25-23%. Но если идти на такую гору, то лучше идти с таким человеком. То есть идти с этим человеком, который уже там был и который может сделать там невероятные вещи, провесить перила в ту погоду, которую он делал. То есть вот эта программа 14 8-тысячников, она очень крутая, она очень... Дмитре, я бажаю тобі успіху. На жаль, часу вже немає. Да, нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з альпіністом Дмитром Семеренко. На все добре.